Всем хой, с вами Enjoy. Это второй выпуск Fresh Chart. К сожалению, так же, как и с Enjoy Chart, у меня не получается его регулярно еженедельно выпускать, поэтому второй выпуск у нас практически к концу сентября вышел. Но это не отнимает того, что мы будем все-таки продолжать Fresh Chart, и открою такой секрет, что, скорее всего, к концу года Fresh Chart и Enjoy Chart объединятся, и мы будем с вами вместе просто формировать десятку или, может быть, двадцатку клипов, скорее всего, даже, а не песен, которые сейчас популярны или которые я выделяю, а вы выбираете. Об этом позже, а пока приступаем к следующей пятерке новых клипов, которые я пособирал по Ютубу. И перед тем, как это сделать, сразу скажу, что также мы прослушаем пятерку прошлой недели и узнаем, как же проголосовали вы и как это повлияло на, как говорится, первые итоги фреш-чарта. Ну а пятерку, которую я выбрал на этой неделе, точнее в этот выпуск на рассмотрение, это, как всегда, два зарубежных клипа и три русскоязычных. И начнем мы с долгожданного клипа, как я понимаю, от Джонни на песню «Никак». Сам клип мне, в принципе, понравился. Неплохая постановка, неплохой, скажем так, намек на, я так понял, «Великолепного Гэтсби», или как назывался этот фильм, где играл Ди Каприо. Неплохие танцы, и что удивительно для Джонни, что он неплохо двигается и танцует. Как писали в комментариях под этим клипом, наконец-то крокодил вернулся, и Джонни начал петь музыку, которая чуть-чуть отличается от кальянного рэпа, который он обычно нам представлял. Кто не знает, крокодил — это образ, с которым Джонни выступал в проекте «Маска». Таким образом, оценив визуал, а под визуал я имею в виду не только хорошо снятый клип, но и постановка танцев, актерская игра и так далее, я ставлю четверочку твердую. А вот за слова и музыку все-таки поставлю по троечке, потому что слова могли быть поинтересней, а музыка, ну, так себе. И мы переходим к следующему клипу, и это, я как понимаю, бывший соратник Джонни Эльман с некой певицей по имени Мона. Их трек «Черная любовь» также находится в Enjoy Chart, и вот наконец-то вышел клип. Я его тоже посмотрел и оценил. Самым выигрышным в этом клипе и вообще всей композиции из трех критериев, которые я ставлю, я посчитал все-таки слова. Из пяти я поставил им четверку, а вот визуал и музыка по единице. Почему музыка? Потому что, опять же, не моя стилистика, и это слишком однотипно. А клип сам снят, ну, довольно просто, на какой-то усадьбе с лошадьми, и даже не доигран сам сюжет, как мне показалось в конце. Если вы посмотрите клип, а я буду оставлять каждый раз все-таки ссылки на эти клипы на Ютубе, чтобы вы могли посмотреть полную версию. Потому что ставить их полноценные варианты здесь я, конечно, не могу. Алло. А мы переходим к третьему русскоязычному клипу, точнее, к третьему ремейку. Наш любимый Егор Крид 3 сентября, он еще долго анонсировал это все на Ютубе, выпустил фит или ремейк, где он читает рэп, а Шуфутинский поет ту самую нетленку про 3 сентября. Я календарь перевернул, и снова 3 сентября. Как это ни удивительно, из трех оценок, которые я ставлю, а это музыка, визуал и слова, визуал все-таки заработал больше. Я им поставил троечку, потому что клип сам неплохо срежиссирован, хотя и банальный, там намеки на
убить Билла с его пробиванием, с ее, точнее, пробиванием, а в клипе это делает сам Егор Крид, пробиванием гроба, когда его заживо закопали. В общем, неплохо, неплохие отсылки, но это заезжено, поэтому только троечка. Ну и за музыку и слова я поставил по двоечке, за слова, потому что это второстепенно уже, то есть сам припев придуман давно, а рэп Егора был все-таки даже лучше обыгран в песне «Отпускаю» с Максим, которую он выпустил. Вот на нее бы лучше клип снял. Ну и за музыку, конечно же, тоже двоечка, только потому что, ну, не мой стиль. Все не то, все не так. В день, когда я совсем один. Ну а мы переходим к зарубежным клипам, и на этот раз я решил порадовать кей-поперов и взял песню группы Blackpink «Pink Venom». Сразу говорю, что я не предвзято отношусь к клипам зарубежным и клипам русскоязычным, но понятное дело, что за визуал я сразу ставлю этому клипу пятерку, потому что, ну, корейцы и особенно кей-поп-группы, они снимают очень масштабно, куча локаций, офигенные танцы, и даже если это однотипно уже и заезжено, все-таки это красиво и интересно смотрится, и за этим всегда интересно наблюдать. То же самое пятерку я поставил за слова. Я посмотрел перевод, мне понравился текст, все-таки он не такой банальный по сравнению с той же песни, которая будет следующей. Ну и единственное, за что я все-таки занизил баллы и поставил четверочку, это за музыку, потому что, опять же, это немножко не мое звучание, и в наушниках я, конечно, такой звук долго вынести не смогу. Ну и не слушаю я кей-поп, признаюсь честно. Ну а мы переходим к заключительному в этом выпуске клипу от певицы Товы Ло, если я правильно произнес, конечно, на новый клип, который, кстати, как и у Егора Крида, является таким ремейком, я бы сказал, потому что сэмпл использован из знаменитой песни «Попкорн». Так вот, тут как раз-таки другая ситуация. Этой песне я за музыку ставлю пятерку, то есть я могу слушать это в плеере, потому что это все-таки моя молодость, юность и студенчество, так сказать. А вот за текст я ставлю твердую единицу, потому что, посмотрев перевод, да и так послушав, он там довольно простенький, этот текст. Это довольно банальный текст, даже, я сказал, немножко пошловатый, и поэтому единичка. За визуал также всего лишь двоечка, потому что снято довольно просто и не впечатляюще, скажем так. Какой выдалась пятерка в этом выпуске? По традиции, которые у нас рождаются сразу после появления чарта, я озвучу еще раз оценки, которые я выдал каждому клипу в этом выпуске. После этого вы увидите общую таблицу этой пятерки, и в конце будет общий чарт. Пока что он всего лишь будет состоять из 5 песен, которые вышли в прошлый раз. Я скомпоновал голоса, и ваши, и мои, и получилась такая таблица. В следующем выпуске у нас уже будет 10 треков. И дальше я буду объяснять, что да как. Ну а пока, пока. Джонни с треком «Никак» получает 3 балла за музыку, 3 балла за слова и 4 балла за визуал. Эльман и Мона «Черная любовь». 1 балл за музыку, 4 балла за слова, 1 балл визуал. Егор Крид и Михаил Шуфутинский «3 сентября». 2 балла за музыку, столько же за слова и 3 балла за визуал. Blackpink с песней «Pink Venom». За музыку 4 балла, слова 5 баллов, визуал 5 баллов. Ну и завершает нашу пятерку на этой неделе Товы Ло, которая получила за музыку 5 баллов, за слова 1 балл и 2 балла за визуал. Ну а общую таблицу, как я и говорил, вы можете увидеть сейчас. Like, whoa, 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 whoa. Шаги болит душа от